Ну что, друзья, пики закончились, началась игра. Все, я молчу. Спокойно, спокойно. Сейчас не нас, сейчас туда. Сейчас туда. Да! Да! Минус сирена, да! Там байбекнулся. Все. Куда идти, скорее, куда идти? Гошан просто меня чуть не убил сейчас. Обнял, эмоции, все. Вы говорите, я не разбираюсь в доте. Раунд русской рулетки. Все, к черту разбираться в доте, когда вот такое творится. Ну, то есть я, конечно, начну это делать. Но даже сейчас, ну, мне кажется, все очевидно. Да, друзья, одна игра. Раунд русской рулетки. Where first? Yeah. Yeah. Okay, yeah, okay. This side, you mean? Yes. Блин, вот насколько я не разбираюсь в доте, и насколько я понял, как они охеренно сыграли. Каждый, просто каждый. Господи боже, я реально сорвал горло. Карл с Фнатиком нас поздравил. Это, кстати, очень достойно. Достойно. Они сюда вообще выходят? Ну, мы их найдем. Вот так вот выглядит выход игроков, но вы в трансляциях наверняка это уже много раз видели. Здесь такие коридоры непонятные, что, ну, заблудиться как минимум не мудрено. В общем, вышло так, что мы потерялись. Мне кажется, он меньше устал, чем мы. Знаешь, как мы орали? Это пи***. Громче, брат Рома? Да много. Красавчик. Давайте. Серёжа, мы с тобой даже обнимались. Давай пять. Эй, не тебе! Эй, не тебе!
Ну когда поедем? Да? Лил. Вы просто божили. Красавчик. Остается одна игра. Но мы не сможем просто ее уже смотреть. Сегодня был тяжелый день.